Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня хочу рассказать о очень интересном человеке. Это поэт-песенник. Зовут ее Ирина Орищенко. Она написала множество потрясающих песен, которые стали популярны во многих уголках нашей страны. Сейчас она едет с гастролями по нашей необъятной стране. С 15 по 18 марта она будет выступать в Санкт-Петербурге на различных площадках. Я информацию в конце видеоклипа оставлю. 22 марта она будет выступать в Москве. Информацию об этом я тоже в конце клипа оставлю. Приходите к ней на концерты, вы получите истинное удовольствие. Я с ней познакомилась в 2009 году, и вот на протяжении этих 10 лет я все время слушаю ее песни. На ее концертах можно будет купить ее диски с ее песнями разных лет. Не поленитесь, сходите, вы получите массу удовольствия. Всего доброго, дорогие друзья, ждем вас на концерте. Удачи! Этот город меня рассыпает на тысячи взглядов. Даже не успеваю тепло и протяжно взглянуть. На тебя издали просто кажется, ты где-то рядом, стоит только лишь руку к тебе протянуть. Ничто не предвещало нам дождя, а он рванулся из-за крыш упруга. И мы, еще не потеряв друг друга, легко прощались, будто бы шутя. Ничто не предвещало нам дождя. Этот город меня распыляет на сотни касаний, непорочных, случайных, ненужных, с чужими людьми. Надо мной нависая громадами зябнущих зданий, не дает нашим душам сойтись хоть на миг. Ничто не предвещало нам снегов, они примчались, как ветра на пламя. Неотвратимо, что же будет с нами? Мы разошлись еще на 5 шагов. Ничто не предвещало нам снегов. Как ребенок в игрушке играет с людьми этот город, переводит часы и вплетает в деревья ветра. Проходными дворами крадется по городу холод. Мы не верим ему, потому что вчера ничто не предвещало нам тепла. Оно пришло, как долгожданный праздник. Кто знает, может, осень просто дразнит, коснувшись краем теплого крыла. Ничто не предвещало нам тепла. Ничто не предвещало нам тепла.